Я такой, типа, окей, хорошо, спасибо. Вы мне показываете геймплей, и я понимаю, буду я в это играть или нет, стоит мне на это тратить кровные или нет. Да, да, я за это и уважаю. И Колда — это единственный шутер в индустрии, который не скатился в то, что он кормит меня синематиками. Батла скатилась. Батла скатила. Кто... Стой, назови мне последние игры, шутеры, которые вышли за последние 3 года, которые, которые на выставках кормили меня геймплеем. Да. Я на Gamescom был. Да, да, да. Ну, типа, я согласен, но давай будем честны. Они, цель у них одна и та же. Ну, вот давай, скажи, какие стрелялки вот приехали на Gamescom и показали мне геймплей? А на Gamescom почти все приезжают. Стой, ну, по-моему, Gamescom, на него даже больше приезжают. Я точно знаю, что Gamescom по масштабам, он вот за последние 5 лет он очень сильно набрал. Он реально прямой конкурент E3. Многие не приезжают на E3, приезжают на Gamescom. Это я просто тебе зуб даю. Нет, я вот 5 лет назад я тоже в это не поверил. О, наверное, они очень сильно поднялись. А я не знаю, мне, ну вот, войти в игру. О, я за гуков буду. А тут все тут заняты интересные роли. Ну, придет. Я понаблюдаю. А че я не могу наблюдать? Ну, потому что... Я не хочу в это играть, но это же не, ну, это же не кайф. Это мазохизм какой-то. Но понимаешь, ну мне не нравится. Ну мне не нравится. Ну вот, ну почему ж ты... Так я задаю тебе этот вопрос. Я думал, мы будем в сюжеточку играть в кооперативе. Как это можно, блин, по-моему, кстати, в какой-то батле или в колде можно было сюжетку в кооперативе. Не, там был... Там была какая-то, короче, вот я точно помню, можно было сюжетку в кооперативе пройти. Я же думал, ты меня за этим зовешь, а ты меня за скамил. Нет, ты меня за скамил. Ты меня за скамил. Это ты меня за скамил. А ты не сказал, ты сказал, мы пойдем в компанию. Вот компания — это сюжетная компания. А знаешь, за что я... Алло, ты меня не слышишь, что ли? Алло. А сейчас слышно? Ну, у меня иногда, типа, эквалайзер пролагивает, бывает. Короче, в батле 4 они пытались сделать колду, в итоге у тебя по краям карты сидят снайпера с ИК-прицелами, вверху летают там танчики-самолетики, ну, я утрирую, конечно. А, короче, в центре карты куча пипек перекидывается гранатами. И эти пипеги, которые гранатами перекидываются, это корм для вот этих снайперов с ИК-прицелами и для техники. Вот все пытались повторить успех колды, и ни у кого не вышло. Не, я понимаю тебя полностью. Но смотри, успех колды, это, знаешь, шутер. Во-первых, он самый покупаемый, но я согласен, это аргумент, это палка о двух концах, я сам ее могу вертеть, как крыса. Сейчас мне позвонили, 5 минут. Taken Bravo.
Recon is in the air. Nice work. We're almost there. Taken Bravo. Fire support inbound. Take cover. Так вот, короче, я тут. Успех колды, он в том, что в нее реально дохерища людей играет. И в ней каждый, он найдет чем заняться. Вот смотри, если ты любитель такого, знаешь, вот геймплея в Rising Storm 2, в колде 2019 был режим, который назывался Ground War. Ну, типа такая глобальная война, там были танки, там не было самолетов и истребителей и так далее. Там были только танки, ПТРы и там легкие машинки, чтобы ты там мог куда-то там доехать и так далее. Пожалуйста. И там буквально геймплей такой же точно. Ты бегаешь, захватываешь точки. Если тебе не в кайф такой геймплей, ты идешь в пипега-шутер, где ты с больной головой, зумерской, бегаешь, прыгаешь, стреляешь, убиваешь, у тебя респаун через секунду и так далее. Если и такое тебе не нравится, для тебя есть тактические режимы, там, по-моему, деактивация бомбы, ну, вот это классика, 5 на 5. Хочешь, играй в это на хардкоре, где все умирают с попадания. Хочешь, играй в это в обычном режиме, но в обычном режиме 3-4 попадания нужно для смерти. Вот, и у тебя игра, она покрывает вот все ниши. И что характерно, при помощи... Но понимаешь, в чем дело? Unreal Tournament, я на него смотрю, мне он не нравится визуально. Но я ничего с этим не поделаю. Мне не нравятся вот эти километровые прыжки, оружие, которое я не ощущаю и так далее. Вот я стреляю в Quake, я даже, ну, я вижу разброс, я его вижу, но я его не ощущаю. То есть, ну, я не привык к такому, честно. Я привык вот к геймплею, как в колде. Когда я вижу, как у меня пули летят, когда я понимаю паттерн отдачи оружия, когда я ощущаю вот тяжесть его. Вот ты когда в колде берешь снайперку тяжелую, болтовую, вешаешь на нее тяжелый ствол, тяжелый глушитель и большой прицел, ты с ней, естественно, медленнее бегаешь, и бегаешь очень мало, то есть ты можешь на этом 5 метров пробежать. Да, да, я не спорю, но при этом все, если я в колде возьму М14, обвешенную в ЕБР, ну, которая Enhanced Battle Rifle, я ощущу, насколько она настоящая. Настоящая она именно вот этим импактом, который она дает. Я просто не знаю, как вот в одно слово охарактеризовать вот эти ощущения, кроме как импакт. Ну, типа, импакт это как бы отдача, но тут дело не в отдаче, тут именно дело вот в общих ощущениях. Вот я тебе сейчас подрублю поток. Стрэм. Стрэм в Дискорде. Ну, стрим в Дискорде. Просто, чтоб ты понял, почему вот я... Почему я испытываю гига-кайф. Да, да, меня выкинуло. Меня соединение с сервером типа меня дропнуло, я забил. Recon is in the air. Да хорошо, хорошо. Просто потом зайдешь, скажешь. Thank you.
Fire support inbound. Take cover. Gonna need a castle back. Taken Delta. We're taking Delta. Oh, crap. Recon is in the air. Fire support inbound. Take cover. Thank you.
Recon is in the air. Recon is in the air. Hurry! Get in the fight, soldier! We got contact! No. Есть такая проблема, она была решена в колде. Если на твоем спауне чел, тебя просто не спаунит рядом с ним. Если твой спаун захватили, значит тебя должно заспаунить в другом месте. Все. Почему на карте 3 на 3 метра это реализовано, а на огромных картах RS2 это не реализовано? Я же говорю, вот и Infinity Ward давно нашли. Тебя просто не спавнит рядом с врагом. Все. Recon is in the air.
Get in the fight, soldier. Hey!